Друзья мои, я сейчас скажу, так сказать, тост. Было бы неплохо, да? Давайте за комсомол выпьем. А пока мы будем наливать за комсомол, сейчас я хочу представить вам одного очень хорошего, интересного человека, который играет на саксофоне. Но для того, чтобы он сейчас вышел, мне нужно будет помочь ему нагнуть эту стойку. Но прежде чем нагнуть эту стойку, я могу вывалиться из эфира. Буквально одну секундочку, друзья. Я думаю, что это опасное занятие будет. Сейчас, одну минуточку. Подождите, Юджин Сакс, друзья, под ваши аплодисменты. Чуть позже я объясню, в какой группе он играет и что нас ожидает здесь через 2 дня, 31 октября. Ваши аплодисменты. Друзья мои, Юджин Сакс, и он в составе группы Джонни Дафф, или Дэв? Джонни, все-таки Дэв, 31 октября, 20.00, именно здесь. Друзья, посмотрите, как это выглядит. Улукбек, наведи, пожалуйста, камеру на этот замечательный буклет. Ну что ж, ваши аплодисменты, друзья. Спасибо.